Матроскотица мне завтрак принесут, и, как всегда, который год овсянку с молоком. И что с того, что порриджем-то каша называется, и давняя традиция английская при том. А мне сегодня хочется взять ломтик хлеба свежего и сливочного масла намазать на него. Горбушку, представляете, горячую, хрустящую, намазать маслом сливочным. Вкусит ней нет ничего. Завтрак просто хлеба мне и масло принести. Конечно, разумеется, но я вам не советую, поскольку вы обязаны традицию нести. Скажи ее величеству, что мы не будем завтракать, что эту кашу сольскую едим мы круглый год.
король забыл, наверное, что он символ государства. Сохранение традиций он утром посажнёт. Вы представьте на минуту, что случится с производством, если я каприза ради перестану есть траву. Но короли королевства, это вам не детский сад. Тут исправить положение может только мармелад. Мармелад? Yeah.
взяла его. И он надел уже не только колпак, но и корону. И снова вышел к завтраку. Приди, люди!
Спасибо за внимание! Молодцы! Спасибо!